Друзья, на нашей премии есть специальное состязание лучших производителей за лучший продукт. Но и у ритейлеров есть тоже своя премия, и нам о ней подробнее расскажет Роберт. Здравствуйте. Добрый день. Это премия, всероссийская общественная премия «Лучший магазин года», которым мы награждаем сетевые и онлайн-магазины. Расскажите, участвуют в вашей премии абсолютно все ритейлеры? Все ритейлеры, которые имеют либо больше трех торговых точек, либо онлайн-магазин на территории России, могут участвовать. Расскажите, как происходит отбор? Голосование происходит на нашем сайте magazingoda.ru. Покупатель выбирает магазин, за который хочет поголосовать, и оценивает по шести аспектам, которые для него важны. В итоге, в конце года мы подводим результат и вручаем награды в разных категориях, номинациях, будь то спортивные, строительные, книжные, детские, одежда, магазины, обуви и так далее. Мы все знаем, что соревнования и соревновательный эффект всегда хорошо сказывается на конкурентной борьбе, и главный покупатель всегда рад, потому что магазин становится все лучше и лучше. В этом ваша заслуга. Да, в конечном счете наша цель донести до магазинов признание покупателей, потому что у нас нет жюри, у нас все оценивают непосредственно люди, которые контактируют с магазинами один на один. Покупатель – это очень пугливое существо, и получается, сказывается абсолютно все. И свет в магазине, и приветливость персонала, и компетентность, и так далее. Получается, покупателя не обманешь. Именно так. У нас все очень непредвзято, и покупатель может честно поставить оценку, не находясь в магазине. Спасибо большое за общение, пожелаем вам удачи и до встречи в следующем году. Спасибо, до новых встреч.